между нами пау-пау, пау-пау-пау-пау, попадаешься в сердце и остаешься там. Любимка, я просто трачу себя, я просто трачу себя, всего себя на тебя. Девки, я так боюсь, всем привет, привет, это Туп, солнечная Таля на проводе. Чао. Она мне вот это каждый вечер, она мне сейчас, я в ванной стою, собираюсь, она говорит, мама, кто-то стучится, я говорю, кто она? Ну, не знаю. Смотри меня. А я говорю, это самое. Я говорю, ну так спроси, кто стучится. Да, ну кто? Ну, Джан Стефана может я стучать. Я тебе скажу, а она говорит, меня. Она говорит, ты не догадываешься? Я говорю, нет, она. Карла. Не, я тебе сказала, смотри меня, а потом я тебе сказала, Карла. Что ж ты за мной ходишь целый день? Я тебе уже и молоко налила, и кушать дала, что ты хочешь. Девочки, короче, жду Карлика. Позвонил он мне сам, у него сегодня день рождения. Сегодня или завтра? Сегодня. Саша поздравляю. Сделала ему уже поздравление еще вчера вечером. Он мне сам спросил, говорит, ты хотела что-то делать? Ну, типа, я же хотела поехать в Карифур. А я говорю, ну, в принципе, я уже все сделала, просто что мне рыба нужна. Вот, а он говорит, ну, ты что-то хотела, и опять, ты что-то хотела сделать? Ну, и понятное дело, что я же ему сказала, что если поедем, я тебе что-то перепадет. А я говорю, ну, в принципе, мне не надо, а с другой стороны, ну, что, на машине поеду, привезу фруктов, тех же овощей. Можно? Не делай это, осторожно, там стоит тарелка с молоком. Саша, вот это можешь поставить, благословили потом. И жду его. Я, кстати, эту штучку, девочки, разрезала, никто не сомневался, да? Типа, когда это будем бросать в благословение, другая будет на замену. Кошка сидит, воду пьет, не могу воду бросать. Это не кошка, это что-то с чем-то. И я ему говорю, хорошо, давай, говорю, ну, не спеша там вставать и это. Да. Девочки, вам, наверное, надо купить эти поезды на эти джинсы. Я, кстати, их постирала, они за ночь на батарее высохли. Вы знаете, просто это размер М-ка, и она на мне немножко гуляет. Но Веска меня бы вообще стянула бы. Я ж пока держусь, я молодец, я ж пока овощи ем, и все, мяса у нас вообще нету. Сейчас рыбу привезу, Саша нутеллу попросила. Почему есть крекер? Вот, и все. Да пока он приедет, потому что он говорит, давай кун кальма. Я говорю, ну давай кун кальма, но... Ну он же хочет, у него же день рождения, ему надо отметить, ну хочет здесь, да. Я ему говорю, ну у меня мяса нет, у меня нет того, чего ешь ты. Говорю, ты же тогда что сказал? Ты тогда, когда я приготовила там пюрешку, капусту, ты что сказал, что кто ест макароны на обед, кто ест картошку на обед? На обед первым блюдом едят макароны. Я как ты не ем. Для меня картошка там, допустим, с капустой, мне нравится это. Он, есть капуста? Я говорю, капуста есть, ее делать надо. Девочки, вот это вот третья смывка головы. Третий раз я помыла голову. После покраски это третий раз. Спереди вообще очень нравится, как смывается он. Очень нравится, что он не насыщенный, да, не бордовый, не красный, как вот первый день было. Очень красиво, светленькая. Вот с таким вот, с такой легкой тонировкой. Сзади вот так вот смотрится, если волосы распущены. Сзади больше смылся. Но шампунь сегодня на Амазоне закажу, если не забуду. Вот. Сегодня, если не забуду, на Амазоне закажу. Саша себе обед готовит, и потом пойдет в город. Она там, я ей деньги дала, ей надо телефон заправить. Мне мохито. Купить ей надо этот самый мохито, карандаш для бровей. Ну, в общем, она с девочкой пойдет, прогульнется. И в Макдональдс они пойдут, да? Ой, а ты... Саша, фу. Я боюсь, не надо мне. Не надо. Саша, пукнешь. Так, все, я готова. Где карлик? Поправь штаны, что все висит? Штаны поправь. Вот так вот, смотри. Подожди, покажу, встань. Вот так вот. Вот так, смотри, как я тебе... Я покажу, как я тебе в детстве одевала колготы. Да я пока кофту не тяни, растянешь. Подожди. Смотри, вот так вот я тебе... Финаква я тебе одевала... Да подожди. Финаква я тебе одевала панталоны, вот так вот, вот так, что... Ай-яй! Вот так. Ай-яй! Что? Материя! А, там больно? Да, больно. Вот так, и Саша ходила вот так вот, чтобы животик и спинка была закрыта. Мама, как мне фату. Особенно, когда они с Софией гуляли, ну, игрались там на полу или это. Я специально колготы подтягивала, чтобы... Саш.
grande piatto. Non è quello, è quello. Ma si vede proprio che non è mai entrata a cucinare. E piatti dove sono? Все, я поменяла, я зимние тарелки убрала. Зимних тарелок нету. Я убрала. Теперь будем есть вот таких, пока не разобьем. И осталось две. Всего из всего сервиза осталось две вот такие глубокие. Белые здесь стоят, а глубоких две они разбили. Брала тоже на Амазоне этот самый тарелки. Вот и così pochi, vabbè, meglio così tanto oggi mangio me. Слушай, что ты мне так постоянно кран сворачиваешь? Боно. А масла нет? Масло? Олью нет? Олью еще нет. А, да? Че на дентру. Види, как че олью. Да, нормально, хорошая порция, баста. Окей, красиво. Александра, Александра, этот город наш с тобою. Я вчера наварила этот самый капусты цветной, кто бы сомневался. Думаю, утром встану, сделаю ее с этим, мука и, как его называют, яйцо. Вот так вот вчера вечером натолкала в себя все. Боже, как же мне нравится такой цвет нежно-розовый. Ну неужели вот я сейчас пойду докрашиваться к нему? Это ж опять будет бордовый, потом постепенно, ну, там три мытья надо пока, ну. Саша, когда у нас ногти? Пойду. Значит, надо написать, напиши ей, пока сидишь. Она у тебя есть, да? Напиши, спроси, когда ногти, потому что это... И спроси, там скажи, мама валила фарангель педикюр и чель посту. Мне надо ногти на ногах обстричь. Я же делала педикюр когда? 30 декабря. Уже февраль. Ну, где этот карлик? Так, девчули, смотрите, вот это я, видите, ставила вчера такую эту вот фигню, мыла машинку. Видите, и машинка просто чистейшая. Единственное, вот здесь вот надо подтереть по бокам. Да, 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 помыла. Видишь, какая чистая? Все чистенько. Молодец, хорошо справляется. А фильтр я, правда, давно не смотрела. Ну, вот так вот. Мама, Карла. Наверное, не поднимется. Она ждет, что я спущусь. Скажи, что я сейчас спущусь. Карла! Максим... Чего? Эджирала с его. Его-то. Вот тут испахала. Беллина, ну, лево. Дай, мила. Карло сказал, волос красивый, да, Карло? Салюта тути. Кожа одета, бели капелли? Сипячен. Единственное, я говорю, видишь, говорю, там неровно смывается. Он говорит, так какая разница? О, что капелли не могу салдать, а мама моя. Пой, senza barba, non mi piace. А, ты senza barba, и ва... Мадонна, когда я entrato, вот это, che c'è qualche cosa, только зашел, думаю, что какой-то вообще мужик. Non mi piace neanche a me senza barba. Madonna, madosca. Auguri comunque, oggi è compleanno di Carlo, segno di rigenia o Carlo. Carlo senza barba. Io pensavo cosa c'è che non... Ma... E poi infatti mi sembrava, guarda, sembrava che maschio di merda, какой говнюк. Не могла понять. Sta Carlo, maschio di merda. Да, да, brutto, madonna, madosca. Ma come... Guarda, non c'è più erotico, non c'è più erotismo. Ma come non lavoro? Sei più sexuale. Prima che me la lavoro. No. Ужас, кошмар. Думаю, що не так? Нет бороди. Карло Фуркетта. Мадонна, как мне нравится. Я вообще люблю. Тантиссимо. Тантиссимо. Questa è il mio... Я в Каррефуре не была лет 20. Ma guarda, si può prendere se vuoi. Tieni. No, ho detto, no, non mangiamo tre.
Он с контуром. Сейчас возьмем карный перте. Перте карный возьмем. Prendi quella che vuoi, carne, se vuoi carne. Oggi quella la facciamo la bisteccone. No, io bisteccone non le faccio. Io non mangio carne. Io non mangio mesa. Io mesa ne. Oh, va. Oh. Ma non posso fare. Io mi prendo per me. Che facciamo? Cuciniamo 70 cose. Prendo per me nel freezer. Compro per me per fat. Боже, что мы будем готовить 20 этих? Я говорю, нет, мне надо взять. Значит, сколько здесь рыба у нас? Здесь у нас 8, 13, по-моему, я без очков. Две рыбешки. Нормально. Нормально, потому что около моего дома это все стоит дороже. Это все надо, этот самый, и все в морозилку. Сейчас я, девочки, возьму. Чтобы по цене вас ориентировать, блин, я без очков. Но это, конечно, две рыбы за такую цену, это класс. Так, я хочу посмотреть на всякий случай стиральную машинку, которая открывается сверху. Потому что в мою комнату только сверху машинки. Наверное, вот она. Она, наверное, единственная. Вот она, маленькая. Ага. Так, сколько она стоит? Смотрите, 3 плюса. 10 раз по 34,90 в месяц. Но я так не могу платить. У меня нету. Блин, очки запотевают. Так, а сколько она стоит без этого самого? 5 лет гарантия. Ой, она маленькая. Бляха-муха, сюда одеяло не залезет. Ой, какая она маленькая. Она такая хорошенькая. Маленькая, высокая. А, нет, это высокая, потому что это... Слушайте, вот этим вот я работала у женщины. У нее машинка вот здесь вот залив. У моей машинки вот здесь залив был. Я его сняла, я им даже не пользуюсь. Я капсулы бросаю. Я работала у женщины. У нее сюда, во-первых, это все выливалось. И у нее здесь все было черное. Черно-чернущее прям вообще. Все, вот здесь я у нее заливала все, что надо. И это было ужасно. Деликаты, лана, микс, катоны, синтетики. Быстрые стирки. Есть быстрая стирка, вот она. Девочки, ну мне не нравится, потому что там будет все. Хотя, с другой стороны, не пользуйся этим, не будет заливаться, да, логично. Она одна. Сколько она стоит, я не могу понять, потому что здесь она написана, что только 299, блин. Она даже стоит недорого. 299, девочки, это она сейчас идет по скидке. 300 евро. Новая машинка. Андезит. 3 плюса. Где тут я читала? Датчики сняла. Все. А, 3 плюса. Там писали в комментариях, продайте старую машинку. Девчонки ее не купят. Центрофуга. Мне интересно, что нравится, когда очень быстрая стирка идет. Час. Это очень много для меня. Девчонки, 300 евро. О, господи, бля, сейчас поломаю еще. Вот этой не пользоваться, но она маленькая, сюда же даже не залезет. Сюда же ничего не залезет. Но она маленькая, классная, она вот такая вот. Не знаю, надо с карликом. 3 плюса, это сколько энергии сбережете? Так, ну ладно, буду знать, что 300. Это значит, надо кого-то просить. Потому что если ему сказать, давай возьмем, он как сейчас начнет орать. Он жрать хочет. Они вчера гуляли с Линой и Джелой допоздна. Вот, смотрите, 149. Дешевле, чем даже мой, по-моему, комбайн, который я Саше брала. Это самое... Они гуляли, а потом он еще в 6 утра на работу пошел. У меня вот башка раскалывается. Кофе я, девочки, не пью. Оставили этот самый, сумку вот эту вот, ну вот эту вот оставили, коляску. Смотрю, мужик уже коляску мою увозит. Я говорю, здрасте. Хорошая марка, 94 евро. Чайнички всякие, кофеварочки маленькие и большие. Я ему сказала, говорю, иди выбери себе здесь вино, чтобы потом его... Куда он ушел? Куда оно пропало? Девчонки, 5 евро. Какое красивое маленькое ведерко для уборки. Нафига у меня такое здоровое, огромное, красное. Может взять себе это за 5 евро, а карлику подарить.
Мне как раз даже неудобно ведро свое нигде держать. А Павлику подарить мое ведро. Потому что мое мне даже не влазит под раковину, а это у меня влезло. Система комплекта полиции 5 евро. Я беру, ничего не знаю. Я беру, потому что это 5 евро. Свою я отдам. Хотя у меня дороже, у меня вилетка. А может не отдам, может отнесу в контину пустой. Ну хорошо, это я взяла. А Карли где? Еще маска спада. Где этот козел лазит, не понятно. Ну вот, нутелла, все, что мне Саша просила, он уехал. Девочки, здесь, конечно, рыбный рай. Рыбный рай. Ой, дорого-богато. Хотя, с другой стороны, в Карифоре намного лучшие цены. Вот я хотела посмотреть сальмоны. Сальмоны порезанные. Где его можно посмотреть? Сырой порезанный сальмон. Нифига не вижу в этих очках. Они у меня потеют. €10. Не у меня. Ну куда мне такое? Ну а что, придется здесь брать. Я холодильник, морозилку не помыла. Девочки, я здесь жить могу. Мамин брат Алексей, самый красивый из маминых братьев, ловил такую барабульку на озере у бабушки и кошкам приносил. Вот она, сальмоны. 11,90. Но мне таких, чтобы наесться, пол лотка надо. Ой, девочки, я здесь жить могу. Так, снимаю, чтобы вы видели цены. Приблизительно, потому что я знаю, девочки говорят, Марина, говорит, что со мной ходит? У меня сумка постоянно открытая. Видите, сразу там же ее и режут. Вот они и коцы. Вот цены. Коцы 2 евро. Это недорого. То есть это нормальная цена. Так, вот оно. По 7 евро, девчонки. 7 евро диета. Рыбная диета. По 7 евро. А что делать? Надо. Видите, я там набрала. И здесь тоже есть оферта. И там выбрасывают, и здесь выбрасывают. Видите, одна рыба здесь по 5,14. 5,06. И все равно дешевле, чем я беру в копе. Все равно дешевле. Но и. Боже, оно все мясо, мясо жрет. Уже куда это мясо жрать? Не-не, я мяса нет. Даже не предлагайте. Я на антибиотиках могу потом сидеть. А рыбку я возьму. Ничего, разделю, в морозилку положу. Раньше я здесь покупала подчеревку, ее варила. Потому что только в Карифуре можно было купить огромную подчеревку. Вот эту вот, я не знаю, как она называется, там писали в комментариях. Выварить, зажарить, и было бы всем хорошо. В других магазинах я не видела, и сейчас здесь я тоже не вижу. Вот она здесь. Ее я тоже возьму. Ее можно наделать, и в холодильнике она у вас будет лежать. И когда вы там гости пришли или что, но она настолько вкусная, что вы ее сами съедите. Просто подчеревочку надо искать так, чтобы была мясная прослойка. И лучше брать больше, потому что она уварится, ужарится, и ее совершенно не будет. Поэтому лучше сразу взять много. Девочки, кукуруза. 2,78, 2 кочана, да? Правильно я? Правильно? Вот это она. Вот она. Знаете, сколько я не ела кукурузу вареную? Я возьму хотя бы 2 кочана, наверное. Я знаете, сколько не ела? Вы себе представить не можете. Вот с детства я ее не ела. Когда маленькая была, даже когда в Киеве жила, я ее уже не ела. На море только когда ездили к Святославе с моей кумой. Слушайте, я знаете что? Я с этой рыбой бегала. Вот эта, которая сальмоны по 7 евро, по 6. Я, знаете, прям бегаю, как дурочка. То отношу его, то забираю. Ну, блин, дорого. Ну что, пожрать 7 евро кусок такой.
Была бы вот машина, или правильно вы написали, такси, приехал сюда, закупился, такси вызвал и все. То есть вы правильно написали. Так, наверное, теперь и будем делать. Но я сейчас просто много рыбы купила, поэтому сейчас я овощей наберу. Вы провали, то? Это да. Деликатес. Деликатес. Патент. Воняет, да? Да, я тоже. Брал, ну, perché volevo prendere frutta, а здесь такие же фрукты, как и у меня там. То есть нет никакого, одни яблоки, груши и бананы, что я это тащить буду. Все, я все взяла, все, что мне надо было. Я так думаю. Devo prendere un altro sacco, andiamo a prendere. Девчули, смотрите, я взяла еще вот такую вот колбасу, нарезку взяла. Две таких взяла. €23. Я покупаю, в холодильник ложу, но не портится, потом просто подрезаете и все. Карло, prendiamo un salame così, sai, per antipasti. Questa cos'è? Questa è la l'arbol colonnata. Buono. È grasso, solo grasso. Ну вот, come in Ucraina fanno con этот сало с чесноком, если сделать. А вот это buono? Buono, ti piace? No, sì, prendila. Ma quello l'ho preso. Questo l'ho preso. Sì, ma poi tanto rimane nel frigo, no? Sì. Quando c'è qualcuno che viene, no, l'Italia, no? E questo è buono o no? Questo è finocchione. Mari, non ci vedo più dopo sta scheggia. Tieni. Con questo ci vedo, l'ho provato a casa. Говорит, Марина, я не вижу ничего. Quando selezionate, lavorate, così non ci vedo più. Говорит, я в очках, говорит, даже в твоих домах ходила, я у него очки забыла. Ну, prendiamo una che buona, che puoi stare... Vedo male, così. Qui vedo bene. Senti, prendiamo una che può stare poi nel frigo, che non mangiamo tutte e non si sciupa. No, se si dice il cinghiale, non... No. Видите, нарезки тоже маленькие. Пошел вот маленькую нарезку, купил себе за €1.72. Видите, одно сало. €1.72. Карло, prendi una che è buona. Aspetta. Madonna, come pantocci davvero. Allora prendi questa o no? Aspetta, io покупаю Карло на день рождения. Guarda questi, Carlo. Allora queste qui mi vanno strette pure. Ha detto il signore ora esce e noi proviamo. Сейчас вот он, смотри, я не знаю, что он там делает, 2 часа сидит. Мужик зашел в раздевалку. Eccolo, Carlo, vieni qua. Боже, какие носки ужасные, мужчина. Терпеть не могу мужиков с такими носками. Идем. Ладно. Prendi una, apri. Piace, Carlo? Carlo? Quale misura hai tu? Questa quale? Faccio l'occhio. Карло, ты весь грязный, тебе вообще надо в кондиджине, да, тебе надо в кондиджине отмачивать в этом. Это 45 места, веро? 45. Вай, Карло, вай. День рождения сегодня. Ну, я думаю, чтобы это самое подарок куплю. Из вещей что-нибудь там. Здесь они недорогие. Допустим, вот эти кофты, они здесь по €8. И джинсы тоже по €10. Видите? Allora? Madonna, ma cosa deve fare lì? Tre ore?
Я говорю, Карлос, медленный, как сперматозоид. Говорю, боже мой. Так, а где эта женщина взяла такие эти самые? В этом отделе. Так надо мне здесь полазить. Ascolta, Ау. Мадонна. Девочки, какая красота. Смотрите, 20 евро тарелочки. Красивенькие. Видите? Тазики. Ну, я с ним вот не знаю. Не могу я с ним ходить, он меня это нервирует. Стаканчики. Он пошел смотреть, потому что нужны эти самые гвоздики или шурупчики. Нужны. Для хлеба. Пластика. Для салатов вот эта штука классная, когда салат моете, потом туда положили, вот так вот раскрутили, и он хорошо, это вода с него стекла. Наподобие, как у меня тарелки. Я свои брала на Амазоне, и с этим самым, который сестре выслала, и там турецкий, типа рисунок у меня остался. И такие были, как эти, блин, класс. Ой, вот такие тоже мне нравятся. Вот под хлопья, под этот самый, когда они все разные. У меня были, когда дети были маленькие, все побились. Термос. Это. Блин, возьму одну, Саша, ну 8 евро, дорого. Возьму одну, Саша скажет, там ничего не взяла. Блин, две за чашек, чашки есть. Пока эти не разобьются, не буду покупать. Вот они, кстати. Мне нужна одна такая корзина была для ванной комнаты. Мне нужна. Ну что, сейчас опять это все с ним тащить не хочу. Вот. И кто-то советовал, говорит, посмотрите в Икее для мусорки, для пластики. Но это и то, девчонки, даже если вот этот вот бак утилизировать для пластики, это симпатичнее, чем у меня стоит в коридоре синий. Этот, да, синий, страшный. Ой, сколько денег было потрачено, когда малые были маленькие, на вот эти вот тарелочки, на все. Денег не хватало, но что, все равно приходилось как-то крутиться. Так что он там посмотрел или нет, он пошел смотреть гвоздики для того, чтобы заделать скамейку. Где-то здесь. Что он мне говорит, Марин, что там за машинка? Я говорю, ну, стандартная цена. Он говорит, покажи мне хоть эту машинку. Потому что я говорю, я не знаю, что делать. Я говорю, сейчас у меня моя работает. То есть она мне сейчас не нужна на данный момент. Но потом, если вот завтра она тряхнется, потом не будет денег. Преза кулькоза, ну? Ничего нет. Ничего. Говорит, Клеопатра чела кулькоза. Senti, andiamo, ti faccio vedere la macchina lavatrice. E poi dobbiamo prendere detersivo, dai, su, se non c'è niente, non c'è niente, cosa ti devo dire? Carlo, andiamo, non perdiamo tempo. Forse clay, con come si chiama in italiano, non so. Con la cola? No, con la cola no. Я еще привезу с собой эти самые для мытья полов. Я привезу. Нет, я думаю, что так легко ехаться. Боже, у нас сейчас будет 3 часа будет ходить. Сейчас, девочки, 3 часа. Я вот этих вот отделах не люблю ходить. Мне вот там, где стаканчики, тряпочки, кастрюльчики. Вот это вот мое. Вот за эту штуку я говорила. Салат ложишь. Я, кстати, думала на неделе купить ее. А потом думаю, где я ее держать буду. Положили, вот за это вот крутите, и оно так ты-ты-ты-ты-ты. Ну, это я, девчонки, для того, ну, кто, возможно, не знает там. Вот.
О, какое все красиво, няшечное. Девчонки, знаете, почему не беру? Видите, 30% сконта. Потому что у меня мои, которые я кружки взяла, они у меня есть. Если я возьму эти, я потом не буду пользоваться теми. А мне надо так, чтобы я уже допользовалась. Чтобы они там, я не знаю. Не, ну пусть, конечно, они долго служат. Но в том плане, что... ну, вы поняли, короче. Pochissimo. E piccola. Indesit, guarda quanto. Quanti chili? Guarda, 3A, A più, 3 più. 6 kg? Quanti chili? 6 kg. Poi questa qui non le uso perché da qui tutta costa. No, dicevo, se io la compressa pure io a casa mia, ci potrei mettere pure l'asciugatrice perché questa è più piccolina. Bene, va. Fatto con 5 anni di garanzia. Sì, io con questa qui che lavorava da Letizia era bruttissima da usare. Madonna, ti guarda. Ubiri ruki. Faccio male. Ascolta, Carlo. Guarda, bella, nuova. Piccolina, stretta come in bagno. Ma allora è indesit pure. No, non è indesit, come. Ma io tu ci ho brali di scarifere. Ladno, andiamo. Il prezzo qua, qua, qua. Offerta, 299. È molto poco. Massaggio. Come tutti gli altri. A scuola ti хочеш взяти машинку за 100 euro купить? Я не после никого мебель покупать не буду. Он там Джела покупает эти самые, а что, ну, это, которые сушат вещи. Я не могу, я не хочу технику брать. Классно, потому что 3 плюса, но на концу момента. 3 пью. О, капито, Карло. Questa costa 6, questa qua lavori. Вот это дорого, это дорого, это дорого. Ну, надо стремиться, значит, зарабатывать больше. А? No, ci sono anche al metro che costano meno. Слышишь, що микроволновки нету, що ти... Вона мені нужна, ця микроволновка, в принципі. Я ж дала Клеопатрі свою, вона стара. $39 разогреть. Не-не, Марина, даже не думай. Только расхламилась. О-о-о. Madonna. Carlo, andiamo, andiamo. Guarda che donna bella, guarda con tacchi, Madonna. Eh? Una vecchia. Cosa c'entra l'età? Facciamo di setta, возраст. У нас нет дома майонеза. Майонезе non ce l'ho. Девчонки, смотрите, еле нашла. Видите, здесь по 7,50, когда нету акции. А я взяла вот такие по 6. Тоже, ну, итальянские, фунги, грибы. Fuoco d'amore, una cosa calabrese, questo è piccante. Говорит огонь любви. La bomba, la bomba calabrese. Calabrese, видите, сделано в виде бомбы. Что очень... А, sì, scusa. Очень-очень, говорит, пикантно. Что мы взяли? Carlo, guarda, qui c'è funghi misti, io non ho visto neanche, 6,99. Видите, они немножко, потому что стоят по-другому, потому что, видите, вот здесь вот уже сделаны как будто... Ну, по-домашнему, Carlo, видите. Dove sta l'assai? Dopo l'amore, a bomba calabrese. Очень много, девчонки, видите, закрутки. Ну, кто такой любит? Я вот взяла там меланзаны, сейчас дома вам покажу. Такое я тоже не люблю, эти капри. Хотя их едят. Жалко, что нет акции на грибы. И какие-то дорогие огурцы здесь. Солености, короче, очень дорого, богато. И банки вот такие вот, они, у меня папа такие банки любит, суперовские. Я просто хочу взять, знаете, чтобы его потом не нервировать, чтобы дома стояло и все. Но, ma sei troppo piccante che la mangi, Carlo. Одень маскиру, che ora arriva ancora la signora. Vabbè, ci mette un po' di funghi, un po' di cipolle che si è preso, un po' di quelle... Se vuoi, ma se costa tanto, dice. Una bocca di grazia, ma che mattia,